Александр Долгополов против Алексея Квашонкина. Привет всем, народ. Я рад оказаться с Лехой в батле в финале. Единственное, что меня немного коробит, это то, что, ну, и так ходят слухи про то, что мы с Лехой ебемся. А он еще эту хуйню надел на шею. Это что, зачем? Это... Ты что, блядь? Лех, ты где увидел море для серфинга? Зачем ты надел этот клык? Чтоб я накинул на него, да, потом... Типа на клыка накинуть, понял? Да, я понял. Типа кончить в рот Лехе. Не ожидал такого от Санька. Ну, я честно, вначале, это же вступительное слово, это не раунд, да, я бы просто хотел сказать, что мне достаточно тяжело роститься после Санька, не после, а мне достаточно тяжело роститься против Санька, потому что, ну, вы поглядите, как выглядит Санек, да? Вот каждый раз, когда я на него смотрю, мне кажется, что у меня есть воспоминания о том, как я его растил. Знаете, вот это был 98-й год, очень тяжелый, денег не было, и я на двух работах, и иду... Домой, уставший с сумками, вот после второй работы, темно уже. И смотрю, он в окошке стоит и выглядывает, иду я или нет. Корку черную хлеба ест и смотрит в темноту. И, конечно, теперь не очень ловко. Кстати, Санек, по поводу моря для серфинга. Ты мое море. Вы знаете, Санек выглядит как человек, которого можно довести до слез фразой «котопёс хуйня». Прям. В смысле? В смысле хуйня? Вот-вот. Говоришь несколько раз «котопёс хуйня», и он такой «в смысле, Ребзя? Ребзя, в смысле?» Все, у меня все. Пинки и брейн хуйня, понял? У Лехи такой голос... Как будто бы он все время, когда разговаривает, хочет срать. Послушай, брата, я тут, короче... Именно так и рождаются шутки Лехины. Типа, он их высирает. Из задницы. Как говно. Можно поскорее, Санек. Это не было... первый раз, не первый раз слышу эту фразу от Лехи. Да. Я вот подумал, что Леха, если на него... Ну, когда Леха в капюшоне, он выглядит как Энакин Скайуокер из третьего эпизода «Звездных войн». Ну, помните, в том месте, когда он обожженный без ног лежал? И Оби-Ван такой, «Ты был мне как браза!» Заценили, да? Заценил, да, Санек? Это Александр Малой, мой соавтор. Тише. Бадибэк. Когда Малой говорит тебе пиздец, значит ничего не будет. Слушайте, знаете, я каждый раз, когда смотрю на Санька, он... всегда напоминает мне того вот маленького додика из школы. Знаете, ну помните, такой парень, который сидел на второй парте, вот там в самом крайнем ряду. Парень, который 7 лет ни с кем не общался, 7 лет ходил один, с огромным рюкзаком. А в 10 классе, когда у него старшеклассники отобрали рюкзак, оказалось, что он такой огромный, потому что там кошачьи головы. Вот. Такой парень, знаете, который много лет сидит в засаде, прежде чем он, типа, вот, убьет людей. Вот, ну, типа, у него есть девушка Майя, и мы очень рады, что у него есть девушка, мы надеемся, что она его контролирует. Мы надеемся, что когда наступит этот день, она позвонит нам и скажет, ребята, Саша собрал все свои парики, взял все киндер-пингви, автомат Калашникова и поехал в офис. Ну, понимаете, да, парень, который бьет тебя ножом в подворотне и говорит, я просил тебя не называть меня Долгополов, меня зовут Саша. Вот.
С отыгрышами у меня беда. А в целом, нормальная тема была. Леха ёбнулся, нет? С ума сошел. Саша похож на человека, который решает, убивать людей или нет, дома на совете со своими старыми игрушками. Знаете? Сидит под одеялом, у него тут сломанный Бэтмен, кукла с головой птеродактиля, птеродактиль с головой куклы, а потом пульт от Дэнди, и он такой: «Ребята, я знаю, что убивать нехорошо, но я так ненавижу, когда они чавкают. Так ненавижу!» Но вообще, мне, это третий раунд, да? Все. Мне, конечно, я в целом хорошо отношусь к Саньку. Вот, например, Санек с ребятами, они ездят, выступают в хосписы для людей, стараются их поддержать. И я считаю, это очень благородно. Давайте похлопаем, Саша. Но это мало того, что очень благородно, это еще и очень удобно. Проснулся, вышел в коридор, выступил. Вот и все. Вот ты и на месте. Ну, Леха подъебал, конечно. Леха всегда выглядит так, как будто бы у него дохуя дел. Хотя его единственное дело — это подобрать себе свитер поуебищней. С огромным воротником, с максимально огромным. А можно мне воротник, как, чтобы как крайняя плоть была, чтобы я мог носить вот так вот и прятаться, и оттягивать ее там, чтобы играться можно было. Чтоб я пару недель походил, и там какая-то белая хуйня скопилась. Вот это, такой хочу свитер. Лёш, белая хуйня — это твоя голова. Это добивка. Это браво, поаплодируйте Александру Балову за добивку про голову. Тебе пизда. Тимур, что думаешь? Саша. Так, Паша. Мне было смешнее про Квашонкина слушать, да. Может, потому что я его немного знаю. Он действительно с этими свитерами, он реально... Это очень кстати, очень было клево. Поэтому Долгополов, правильно я произнес? Так, побеждает уже Долгополов, но давайте спросим у зала. Алексей Квашонкин. И Саша Долгополов. Саша становится победителем Росбатла. Эй, давайте еще раз посмотрим.